Двое саратовцев, один из которых подрабатывал водителем, подозревается в хищении 6 крышек канализационных люков. Камера домофона зафиксировала момент, как в Ленинском районе мужчина похищает одну из крышек. Подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска. Мужчины признались, что в тот же день сдали похищенное в пункт приема металла за 4800 рублей, а денежные средства потратили на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь им может грозить до 5 лет лишения свободы.